Составляя программы сессий здоровья, мы обратили внимание на растущий интерес современного мужского сообщества к собственному здоровью, сохранению и продлению активной жизни и плодотворной деятельности. Философия трансцендентальных сессий Рейки для продления сексуальной активности мужчин – это дань уважения к бесчисленным дарам природы. Следуя ее законам, сессии Рейки раскрывают для мужчин искусство благополучной и здоровой жизни. Доброго времени, дорогие друзья! Вас приветствует студия медитации и восточных практик Terra Healing и я, Елена Сухорукова. Область трансцендентальных сессий Рейки фундаментально меняет общее представление о том, на что способна энергетическая работа с телом, а в силу безусловной физиологической активности, актуальна для мужчин. Мир мужской сексуальной активности представляет собой сложный процесс, в котором задействованы деятельность мозга, мышцы и кровеносные сосуды, эмоциональное и психическое состояние, нервные окончания и, наконец, гормоны. Конечно, именно мозг занимает ключевую позицию. Именно мозг запускает в действие всю цепочку физиологических событий, начиная с чувства сексуального возбуждения. И именно мозг задумается над возможностью сексуальной активности при депрессии, чувстве тревоги, стрессовых ситуациях и других психических состояниях. Занимаясь решением повседневных рабочих и социальных ситуаций, очень легко пропустить синдромы переутомления. Вы, дорогие мужчины, можете легко пропустить симптомы, но мозг не пропустит эти импульсы никогда. Как известно, тело человека ежедневно пополняет свой энергетический капитал, но восполнение организма энергией и энергетический баланс далеко не одно и то же. Мужчины – наиболее активная часть населения не только в социальной сфере. Физическая активность, физически крепкий организм – это природная, отличительная особенность мужчин, да простят меня богини феминизма. Физическая выносливость напрямую поддерживается активным поступательным энергетическим потоком. Высокий ритм жизни оставляет свой отпечаток на здоровье мужчин. Такая особенность проявила себя в силу врожденной интенсивной деятельности, высокой ответственности и стабильному напряжению. Естественно, в таких сложных условиях активная сексуальная жизнь не оставляет равнодушными мужчин любого возраста. Становясь старше, мужчинам требуется больше времени для подачи импульсов в мозг. Соответственно, сам процесс состояния сексуальной активности занимает более длительное время. Это очень деликатный вопрос. Это не является признаком прямым следствием старения. Здесь напрямую прослеживается связь между образом жизни и поддержанием энергетического баланса организма. На сегодняшний день многие мужчины, заботясь о продлении активной жизни, сознательно практикуют медитации как эффективный метод здорового сознания и баланса организма, практику йоги и ряда других восточных дисциплин как самый действенный метод трансформации скопления агрессивной энергии в теле человека – и, конечно, практики Рейки – самую деликатную систему развития, естественным результатом которой является оздоровление. Дорогие мужчины, очень важно помнить, процесс энергетического обмена в организме – это движение самой жизни организма. Обновление и продуктивная работа всех органов и систем напрямую связаны с ежедневной потребностью – поступлении к ним свежих потоков. Каждая здоровая частица организма, каждый здоровый орган и каждая клетка для полноценной жизни и деятельности производит и потребляет необходимый ей запас энергии. Неспособность регулярно производить и обменивать энергию в достатке вызывает хроническую усталость и блокирует поступление потоков к органам. Трансцендентальные рейки-сессии для мужчин любых возрастных групп в первую очередь
возможность восстановить связь между живой энергией собственной природы и физическим телом. Во время сессии рейки происходит контактное энергетическое взаимодействие ладонями и кончиков пальцев на те зоны и точки, которые определяются как наиболее проблемные, имеющие избыток или недостаток энергии. Результатом чувственного взаимодействия станет баланс энергии и восстановление активной сексуальной жизни. Эмоции и сознание получат возможность выйти из напряжения, расслабиться и вернуться к природному состоянию. Невозможно избавиться от напряжения, создавая еще большее напряжение в любых системах и органах. Философия сессии рейки независимо от намерений представлена тремя основными проявлениями – свет, любовь и сила. Каждое из проявлений – само по себе самодостаточный, мощный инструмент и метод самосовершенствования, способный восстанавливать эмоциональное равновесие, высвобождать поток энергии для реализации задуманного. В основу философии трансцендентальных сессий рейки мы заложили стремление к нестандартным решениям выздоровления организма мужчин. В своей заботе о вашем комфорте мы спроектировали последовательность каждой сессии так, чтобы это действительно был исключительный уход от повседневности в мир совершенного внутреннего равновесия, наслаждение роскошью, истинной релаксации, полноценной заботы о здоровье и благополучии. Студия Терра Хелинг приглашает вас. Здоровья и благости!